Марк Аврелий. Счастлив тот, у кого в собственной душе святилище. Не уставай же получать пользу, принося ее. Никто не может лишиться ни минувшего, ни грядущего. Ибо кто мог бы отнять у меня то, чего я не имею? Настоящее – вот все, чего можно лишиться, так как только им и обладаешь. Любить тех, кто ошибается и заблуждается – особое свойство человека. Такая любовь рождается тогда, когда ты понимаешь, что все люди – твои братья. Что они погрязли в невежестве и заблуждаются не по своей воле. Стремиться к невозможному безумно. Бог всякое ведущее видит помимо вещественного сосуда, кожуры, нечистоты. Ведь своим единственным умом он касается того, что туда единственно из него истекло и изведено. Так вот, если и ты приучишься это делать, избавишься от немалого напряжения. Для счастливой жизни нужно совсем немного. Все дело в самом человеке, в образе его мышления. Каждый стоит столько, сколько стоит то, о чем он хлопочет. Никогда не расценивай как полезное тебе что-нибудь такое, что вынудит тебя нарушить верность, забыть стыд, возненавидеть кого-нибудь, заподозрить, проклясть, притворствовать, возжелать чего-нибудь, что нуждается в стенах и завесах. Мечтайте о великом. Лишь великие мечты в силах затронуть людские души. Жизнь человека окрашена красками его воображения. Люди рождены друг для друга. Пусть дела твои будут такими, какими ты хотел бы их вспоминать на склоне лет. Люби людей, с которыми тебе суждено жить. Всюду, где можно жить хорошо. Не смерти должен бояться человек. Он должен бояться никогда не начать жить. Надо покорять умом то, что нельзя одолеть силой. Не все ли равно, если твоя жизнь будет продолжаться 300 или даже 3000 лет? Ведь только в настоящем мгновении, и кто бы ты ни был, утрачиваешь только настоящий миг. Нельзя отнять ни нашего прошлого, потому что его уже нет, ни будущего, потому что мы его еще не имеем. Чем больше человек любит самого себя, тем больше он зависит от чужого мнения. Несправедливость не всегда связана с каким-нибудь действием, часто она состоит именно в бездействии. Настоящий способ мстить врагу – это не походить на него. Смерть улыбается каждому из нас.
мы можем только улыбнуться ей в ответ. Ни один человек не счастлив, пока он не считает себя счастливым. Зла не существует для вещественной природы, но зло существует для каждого человека, которому дано сознание добра и свобода выбора между добром и злом. Самый презренный вид малодушия – это жалость к самому себе. Все то, чего ты желаешь достичь окольными путями, ты можешь иметь уже теперь, если только будешь доброжелательно относиться к самому себе. А именно, если ты оставишь прошлое, будущее предоставишь промыслу, а сам же исключительно займешься настоящим, сообразуя его с благочестием и справедливостью. Человек должен быть честным по натуре, а не по обстоятельствам. Приучай себя внимательно относиться к словам других людей и старайся по возможности проникнуть в душу говорящего. Но что тебе там делать? Искусство жизни более напоминает искусство борьбы, нежели танца. Оно требует готовности и стойкости и в отношении к внезапному и непредвиденному. Люди рождены, чтобы помогать друг другу, как рука помогает руке, нога ноге и верхняя челюсть нижней. Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней. Если не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним. Измени свое мнение о вещах, которые тебя огорчают, и ты будешь в полной безопасности от них. Самое тихое и безмятежное место, куда человек может удалиться, это его душа. Почаще же разрешай себе такое уединение и черпай в нем новые силы. Все, что мы слышим, это мнение, а не факт. Все, что мы видим, это точка зрения, а не истина. Человек живет только в настоящее мгновение. Все остальное или прошло уже, или неизвестно, будет ли. Жить каждый день так, как если бы он был последним. Никогда не суетиться. Никогда не быть равнодушным. Никогда не принимать театральные позы. Вот совершенство характера. Наша жизнь – это то, во что ее превращают наши мысли. Приучи себя не быть невнимательным к тому, что говорит другой, и вникни сколько можешь в душу говорящего. Говорить правду – это не столько дело воли, сколько привычки. Время человеческой жизни – миг. Ее сущность – вечное течение. Ощущение смутно. Строение всего тела бренно. Душа неустойчива. Судьба загадочна. Слава недостоверна. Ни с кем не случается ничего такого,
чего он не в силах был бы вынести. Ценность каждого человека определяется ценностью предмета его стремлений. Человека хорошего, благожелательного и искреннего можно узнать и по его глазам. Должно быть время говорить и должно быть время молчать, но не должно быть времени болтать. Все следует делать, обо всем говорить и помышлять так, как будто каждое мгновение может оказаться для тебя последним. Марк Аврелий. Не забудьте поставить лайк и подпишитесь на наш канал.